Итак, показываю еще раз плов, очень нашумевший у меня на канале. Кто-то пишет, что такого плова не бывает. Кто-то пишет, что там мясо подгорело. Кто-то пишет, что я совсем больная, что такой плов невозможно готовить. Кто-то говорит, что лук надо не обжаривать, а сырым ставить. Снимала я давно, тогда вот ролики только-только начинала снимать, и со старого телефона. Хотя этот телефон тоже не назовешь слишком качественным. Но показываю еще раз. На этот раз в кастрюлю, потому что казан к этой плите новой не подходит, она индукционная. Вот, постелила пергаментом, потому что дно, ну, недостаточно, как в казане толстое. Толстое, но не так вот прям, как надо. Итак, мясо выложила, посолила, поперчила, и куркумы добавила, перемешала и постелила. Сверху добавляю обжаренный лук. Лук можно полукольцами, но я готовлю вот так вот, мелко нарезаю, чтобы дети не очень любят, когда сильно выделяется лук. Но лук обжаренный обязательно сюда надо. Я раньше было, что готовила сырым луком, было такое, я пробовала. Но сырым луком запах курицы очень чувствуется, поэтому специально обжаривается лук, чтобы вот этот запах курицы убрать. Он именно дает этот вкусный вкус. Сверху добавляем рис. Рис варим до полуготовности. Сверху добавляем несколько кусочков масла сливочного. В прошлый раз я не добавляла, там риса у меня мало было. Вот, сейчас добавлю. И чуть-чуть сверху либо куркумы, либо шафрана. В прошлый раз я добавляла куркуму, на этот раз шафран. Вот так вот у меня молотый шафран. Поэтому вот так вот посыпаю. Крышку. Пусть томится. Итак, прошло у меня час 20 минут. На минимальном огне. Достаю, поставлю так, чтобы вам было видно. Готовим до момента, когда выделится масло у курицы. Жидкость вся выпарится. Здесь, значит, рис. Сегодня поставлю по отдельности. И теперь мясо. Видите, даже косточка отделилась от крылышка. Был вопрос у меня такой в прошлый раз, что курица не успеет приготовиться, потому что рис уже готовый. Рис у меня варится до полуготовности и томится. И курица у нас сейчас магазинная, она готовится очень быстро. Вот, видите, та сторона. Готовится она очень быстро. И за час 20 минут она, конечно же, даже на самом медленном огне приготовится. Она у меня до такого приготовила, что аж отделяется от косточек мяса. Вот так вот. Но сейчас это тоже выложу. Вот видите, на дне только масло. Масло. Помню рецепт. Снизу курицу посолили, поперчили, куркумы добавили, выложили ровно в ряд, так чтобы пустых мест не оставалось. Сверху обжаренный до золотистого цвета лук и сверху приготовленный в подсоленной воде до полуготовности рис. Ставим на минимальный огонь. У меня минимальный это двоечка. На двоечке он у меня томился где-то час 20 минут. Если у вас огонь сильный, сделайте совсем на единицу. Но у меня единица, это как подогрев идет, он то есть совсем долго будет, поэтому на двоечке. Вот. Можно ускорить слегка, плиту прибавить до троечки, но тогда надо сократить время приготовления, чтобы мясо не подгорело. Ну, я думаю, что я понятно объяснила. Если будут вопросы, все же пишите в комментариях, отвечу. Всем пока-пока!